всем хорошего дня. А приготовлю-ка я сегодня кабачки. Вот такие симпатичные кабачки я вырастила. Это цукини. Вот. И парочки для этого рецепта будет достаточно. 6-7 небольших помидорчиков, луковица, чесночок и немного сыра. У меня моцарелла. Сыр можно брать любой. Ну, конечно же, моя любимая соль со специями и майонез. Значит, что мы сейчас сделаем? Кабачки я почищу, порежу и слегка обжарю. Порежу помидорчики, лучок. Чеснок я соединю с майонезом и потом буду сверху укладывать моцареллу. Вот в такой емкости. Вот такая у меня емкость. И в ней я буду запекать замечательнейшие наши кабачки. Легкое и ненавязчивое будет блюдо. Ну, сейчас я все порежу, чтобы не занимать ваше драгоценное время. Вот ко мне пришла помощница моя. Вот, и мы с ней сейчас все вместе быстренько порежем. Значит, я все порезала. Кабачки я слегка припустила во фритюре. Вот, в растительном масле. Здесь я сделала луковую шубку. На низ положила 30 грамм сливочного масла. И теперь я наши кабачки просто вот сюда выкладываю. Вот таким образом я выкладываю наши кабачки сюда. Теперь, естественно, когда я их припускала во фритюре, я их присолила нашей замечательной солью со специями, в которой уже все есть, все добавлено. Все мои любимые специи. И теперь на кабачки я кладу, я совсем забыла, но это может кто-то хочет, кто нет, кусочки вот так, сосиски. Любые. Какие вы любите. Ну, можно и не ложить. Просто у меня внуки любят, когда с сосисками. Вот. И теперь опять лучок. Сверху вот так лучок. У нас была головка лука. Часть из нее я положила вниз. Сделала луковую подушку. А теперь сюда. Вот так. После этого я буду сейчас сюда укладывать порезанные вот такими кружочками помидорчики. Ну, чтобы долго не занимать ваше время, я просто их отсюда вот так быстренько все. Тут не видно. Вот так. В общем, все мы укладываем. Все наши кабачки укладываем сюда. Ну, естественно, слегка присаливаем. Опять же соль со специями. Так. Вот такая красота у нас получается. Посмотрите. Вот. Замечательно все уложили. И теперь поверх, естественно, вы понимаете, моцарелла. Вы можете любой сыр, который вам нравится. Я люблю моцареллу. Тоже кружочками. Вы не представляете, это блюдо хорошо будет и в горячем, и в холодном виде. Полезное, вкусное. Вот так. А сверху мы сейчас все смажем майонезиком и чесночком.
через пресс мы выдавливаем чеснок. 3 зубочка выдавим сейчас мы сюда в майонез. У меня 2 большие, поэтому я, наверное, 3-й зубок не буду. Сейчас все, что осталось, продавлю еще хорошенько. Да, вот так. Этого будет достаточно. Все перемешиваем. Немножко я добавлю сюда водички, потому что майонез жирноват. На 25 минут все это мы в духовой шкаф, и наше блюдо — чудеснейшие кабачки — будут готовы быстро, вкусно и полезно. Вот так, видите, теперь у нас получается такая жидковатая масса. И мы ее отправляем сюда. Все. И теперь мы все это будем запекать. Вот такую красоту в духовой шкаф отправляем на 25 минут. Ну вот, друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Вот такие замечательные кабачки, запеченные под моцареллой с помидорчиками, хороши будут как в холодном, так и в горячем виде. Всего вам доброго. Рекомендую вам такой простой, незатейливый рецепт. Пока-пока, мои хорошие.